Здравствуйте. С информацией Гидрометцентра России, прогностического центра «Метео» вас познакомлю я, Ольга Паршина. На юге Дальнего Востока в среду без существенных осадков, но температура остается ниже нормы. В Хабаровске даже днем небольшой минус, во Владивостоке максимум плюс 2. Слабоположительная температура сохраняется и на юге Сибири, но по местным меркам здесь на 4-7 градусов выше нормы. В Иркутске днем плюс 3, кратковременные осадки. В Новосибирске до плюс 5, преимущественно дожди. А Омская, Тюменская области и Урал попадают в тыловую холодную часть циклона. В Екатеринбурге минус 3, снегопад на весь день. На европейской территории снежный циклон идет вдоль арктического побережья. Он закрывает нас от холодных северных ветров, и температура в регионе уверенно растет. В Архангельске и Мурманске уже плюс 3. Мокрый снег с дождем. В Псковской и Новгородской областях без существенных осадков и до плюс 10. В Калининграде тоже плюс 10, облачно с прояснениями, никаких дождей. В центре осадки еще будут, но и тут снег постепенно переходит в фазу дождя. В Брянске и Смоленске в среду плюс 7. А вот в Нижнем Новгороде пока минус 2 и небольшой снег. В Казани погода солнечная, тоже легкий морозец. В Самаре при той же температуре могут покружить снежинки. А жителям Ростова-на-Дону могут пригодиться зонты. Пройдет небольшой дождь. Днем ожидаем до плюс 7 градусов. Столько же в Донецке и Луганске. Здесь облачно, но без осадков. В Сочи и Севастополе их тоже не ожидается. И становится теплее, будет плюс 12. В Санкт-Петербурге в среду плюс 5-7. Преимущественно без осадков. В Москве ближе к вечеру потеплеет до плюс 3, а снег постепенно заменит дожди. Завтра расскажу вам. Здравствуйте, о погоде на завтра расскажу вам я, Евгения Неронская. Южные районы Дальнего Востока пока затянуты облаками циклонов. На Сахалине температура понижается, ветра усиливаются, но осадки уже идут на спад. И на Камчатке сильных снегопадов уже не ждем. На юге материка влияние циклона тоже пока заметно. Небольшой снег пройдет в Приморье и в Хабаровском крае, но к вечеру небо уже начнет проясняться. А от Амурской области до Байкала погоду портят атмосферные фронты сибирских циклонов. Они добавят снега и на запад Якутии. В Восточной Сибири усиливается антициклон, погода становится все более солнечной и морозной. А вот на юге и западной половины, наоборот, с приближением циклона станет немного теплее. Но погода будет сложной. Здесь господствуют южные ветра. В Омской и на юге Тюменской областей порывы до 20 метров в секунду и местами очень сильные осадки. Это дело рук скандинавского циклона, который устроил настоящий зимний переворот на европейской территории. Полоса осадков тянется по западным районам Центрального федерального округа через Воронежскую, Курскую, Белгородской области и дальше на юг, в Ростовской области и в Краснодарский край. До Черноморского побережья осадки пока не дойдут. В Сочи и в Севастополе завтра солнечно и около 12 градусов тепла. Еще один циклон кружит на севере. Его атмосферные фронты пронзают Кольский полуостров и северо-западные районы. Самые сильные снегопады ждут Архангельскую, Вологодскую области и Карелию. В то же время в Псковской и Новгородской областях будет облачно, но осадки, если будут, то совсем слабые. Днем здесь 7-9 градусов тепла, а в Петрозаводске не выше 2. На берегах Балтики, в Калининградской области снова солнечно, а столбики термометров могут подняться выше 10-градусной отметки. В Петербурге завтра без существенных осадков, днем около плюс 5, но ночью вернется минус. В Москве тоже немного распогодится, но в столице временами еще будет идти мокрый снег. Днем воздух прогреется до 4 градусов тепла. Сейчас время новостей и погоды. В нашей метеостудии Ирина Полякова. Ирина, в столице уже несколько дней лежит снег. И все же, ждать ли нам еще теплых дней? Да, точно, ждать. Через день снова будет теплее положено. Итак, европейская территория России, мощное арктическое вторжение. Уже и Черноземье в снегу, и даже южнее. Но прессинга холодного воздуха хватит еще только на сутки. Атмосферный процесс уже готов перестроиться. Арктика будет отрезана, воздушный поток потечет с запада. А там сейчас теплее, чем у нас. И вот они, наши теплые перспективы. К выходным в центральных областях температура выше стандартной для этих дней. Градусов на 5, а то и на 7. Но это начало октября. Так что сугробы точно исчезнут. Уже завтра небольшие осадки с примесью дождя. Температура уже будет для него, а не для снегопада. Причем на северо-западе даже до плюс 10. Сильнее всего холод выбил погоду из календарных рамок в южных районах. Но и там со среды теплые перспективы и ветровой режим спокойнее. О столицах после паузы. В Петербурге завтра без осадков и уже плюс 6. В Москве днем плюс 2. К вечеру еще потеплеет и снег перейдет в дождь. Он и начнет уничтожать сугробы. Вот такая была репетиция зимы.
Спасибо, это был прогноз погоды. Трина. Здравствуйте, с вами Анастасия Ларионова. Циклон покидает Камчатку и острова Дальнего Востока. Там еще ветрено, местами осадки, но сильного ненастья уже не будет. И холодный воздух идет на юг. Во Владивостоке всего плюс 2, в Благовещенске до минус 6, без осадков. У Байкала облаков тоже мало, но потеплее до плюс 3. Волна тепла придет с юга Сибири, где продолжают работать температурные качели. В Иркутске понижение до плюс 4, в Красноярске до плюс 2, здесь без осадков. А в Новосибирске повышение до плюс 5, начнутся дожди, усилится ветер. Это приблизится очередной циклон. В Омской, Тюменской областях и на Урале из-за него везде снегопад и сильный ветер, метели, и дневная температура уйдет в небольшой минус. На европейской части один циклон спускается на юг, другой движется по северу, задевая северо-запад и центр. В общем, в течение дня осадки возможны практически везде и местами сильные, и от Архангельска до Белгорода 0 плюс 5. На северо-западе в теплом секторе до плюс 10. На юге тоже до плюс 10 или чуть выше. Но здесь это отставание от нормы. Дожди пройдут на севере округа. У Черного моря солнечно. В Петербурге осадки маловероятны. И плюс 4,6, в Москве плюс 2,4. Снег, переходящий в дождь, и гололедец. Снег сегодня покрыл почти 90% территории России. И во многих регионах уже сложно. По такому льду ехать, скажите. В Хабаровске сегодня минус 4. Ахтоморский циклон открыл сезон зимних развлечений, но не для водителей. На обледенелых дорогах приходится выписывать крутые виражи. Ночью на Пермском тракте фура вылетела навстречу и протаранила КамАЗ. Движение встало. Похожая авария в Свердловской области. После столкновения двух грузовиков, один в кювете. Авария произошла на участке, где запрещен обгон. Выпавший снег начнет сходить и в Москве в четверг, когда температура перестанет опускаться ниже нуля. Ну а завтра в центральном регионе ожидаются осадки в виде дождя. Спросим у Виктории Черниковой. Настало время снова доставать зонты? Да, но только до пятницы. В конце недели мы ждем отличную погоду антициклона. А пока задача отогреть нас стоит у северного циклона. Даже в заполярном Мурманске завтра плюс 3. В Пскове воздух согреется до плюс 10, и в центре по западу днем вместо нуля уже до плюс 7, а вместо снега дожди. В Поволжье пока подмораживает и летят снежинки, но их совсем мало. И на юге солнце в приоритете. Температура растет. В Крыму и на Кубани снова плюс 10-13. В Петербурге в среду плюс 6, тоже без осадков. В Москве снег, переходящий в дожди, и ночью еще минус 5. А днем плюс 2, плюс 4. С четверга можно рассчитывать уже на большее. С информацией Гидрометцентра России и прогностического центра «Метео» вас познакомлю я, Наталья Зотова. На европейской территории России подходит к концу репетиция зимы с ее шоковой заморозкой. Над Белым морем кружит новый циклон, и он окажет одновременно увлажняющее и согревающее действие. В Архангельске и в Мурманске мокрый снег и плюс 3. В Псковской, Новгородской, Ленинградской областях уже преимущественно без осадков и потеплеет до плюс 5-10. В центральной области будет пересекать атмосферный фронт. Он тоже принесет потепление. Температура оторвется от нулевой отметки, а в западных районах поднимется до 7 градусов тепла. Снег будет приходить в дожди. В Поволжье пока легкий морозец и осадки в виде снега. Впрочем, большую часть дня их не будет. А на юге небольшие дожди местами с примесью мокрого снега пройдут только в северной части региона. В Ростове-на-Дону и в Донецке завтра плюс 6, в Ставрополе плюс 5, а в Крыму и на Кубани погода остается малооблачной. Температура подрастет до 10-13 градусов, почти норма. В Петербурге в среду плюс 5-7, преимущественно без осадков. В Москве ночью минус 3, днем до плюс 3 и снег, переходящий к вечеру в дожди. В четверг даже ночью в столице без минуса, а днем плюс 5. В выходные станет еще теплее и уже без осадков. О погоде все.